Число беженцев, прибывающих в Евросоюз с начала года, увеличилось до 710 тысяч. Новые данные, по мнению экспертов, свидетельствуют о том, что ситуация развивается по пессимистичному сценарию. И к концу декабря количество приезжих может перевалить за миллион. На этом фоне в Германии, куда стремится большая часть беженцев, с новой силой разгораются споры о размере пособий для них. О необходимости сократить выплаты заявил министр финансов ФРГ. Он отметил, что сейчас люди, которых еще нужно обучить грамоте, получают столько же, сколько безработные с 30-летним трудовым стажем. При этом для расселения беженцев не хватает места. Многие живут на улицах, оставляя после себя горы мусора. В некоторых странах считают, что вопрос с потоком беженцев нужно решать более радикально. Так Чехия решила направить своих военных в Венгрию в качестве помощи для охраны внешних границ Шенгенской зоны.